народов Евразии являются самой высокой ценностью и потенциалом всего человечества. Поэтому Ассамблея народов Евразии готова рассматривать все проекты инициативных людей, граждан и не только России, а всех народов Евразии по развитию, сохранению всех языков народов Евразии. И, пожалуйста, пишите, звоните, готовьте проекты, как сохранять наше многоязычие, двуязычие, какова роль семей, какова роль общественных организаций для того, чтобы сохранить вот нашу уникальную языковую палитру всех народов Евразии. Светлана Константиновна, можем мы с вами в ближайшее время вот встретиться, конечно, по вопросу вот законодательному, вопросу в России? Мы можем с вами не просто встретиться, мы можем обсудить, принять какие-то конкретные пути решения. Но самое главное, понимаете, это должны быть не просто разговоры, а должны быть конкретные проекты. Вот есть на моей родине, в Удмуртии, конкретный проект по развитию двуязычия. Люди собираются и реализуют конкретные проекты, чтобы, начиная там с семей, детских садов и так далее, дети знали свой родной язык. Это все реально, это все возможно. Все зависит только от нас. Ну а можем ли мы повлиять на законодательство, которое отменяет государственные языки, вот сейчас обязательное изучение? Друзья мои, за государственные языки никто не отменяет. Конституция закрепила право государственных языков. Это записано в нашей Конституции. Нет, но это обязательное изучение, в смысле, уже отменяется по новому. Пока никто не отменил. Это все в стадии обсуждения. Это противоречит многим законам ООН. Я не знаю, чему это противоречит. Значит, я готова с вами встречаться, обсуждать. Давайте вместе. Давайте. Спасибо большое. Там по образованию и так далее. Вот у меня такой вопрос. Нет, но вопрос-то другой. Значит, вот евразийскоры вы здесь вот предложили, да? То там в основном-то вот они по отдельным целевым программам, каким по этим вопросам. Сами отвечают.